привет! С вами Таня Багринцева, и вы на канале Таня про дизайн. Это самый модный интерьерный канал. Болонья, Италия, 2021 год. Наконец-то мы попали на эту выставку. Наконец-то она случилась, совершилась, и это так прекрасно. Здесь много невероятных, интересных, красивых идей для дизайна. Сегодня я вам покажу обзор продукции фабрики Relax Design. Это достаточно молодая компания, ей порядка 20 лет. Фабрика Relax Design специализируется на изготовлении душевых поддонов, ванн, раковин из композитного материала. Также у них есть интересная мебель для ванны. Пойдемте посмотрим. Это коллекция «Домино», создана дизайнером Роберто Монте. Идея ее скрыта в самом названии «Домино». Здесь вы можете сами комбинировать и сами составлять свою композицию, которая будет идеальна для вашей ванной комнаты. Все эти части взаимозаменяемые. Они снимаются, они переставляются в разные стороны, легко моются. Здесь есть место для зубных щеток, мыла, можно также положить мокрые вещи, и вся вода стечет вниз и попадет в сифон. Это раковина-чаша, накладная на столешницу с интересным сливным отверстием. Дизайнер также Роберто Монте. Обратите внимание на цветные вставки, которые могут быть разного цвета. Смотрите, как она интересно вписывается в дизайн ванной комнаты в современном стиле. Сама раковина также изготавливается в любом другом цвете материала люксолит. Раковина из коллекции Mitas, дизайнер Давида Ланфранко. Величественный монолитный корпус, изящно приветствующий воду и ее пользователя. Внушительная раковина с прочными и надежными линиями. Насечки по всему корпусу способствуют естественному поступлению воды в боковые полости. Раковина очень необычна и интересна для современного стиля. Раковина Элиос. Вместительный цилиндрический корпус, увенчанный кольцом насечек, словно солнечными лучами на поверхности, предназначенными для облегчения потока воды в раковину. У дизайнера было желание подчеркнуть идеальную геометрию солнца, которая всегда почиталась и признавалась божественной стихией. Ну что, дизайн дизайном, а на самом деле самая важная для нас неотъемлемая часть помимо дизайна – это, конечно же, удобство. Вот эту ванну придумал Карим Раши. Сейчас я хочу во все ванны погрузиться для того, чтобы знать, удобно они или нет. О! Ванна из коллекции Tempio, дизайнер Дэвида Ланфранко. Общий диаметр этой ванны 170 см, а сама чаша 140 см. Это возвращение в прошлое, но с современным взглядом, метафорическое восхождение к разделению между божественным и земным миром. На самом деле здесь очень удобная ступенька, на которой можно разместить предметы гигиены или одежду. Если решитесь покупать данную ванну, обязательно возьмите подголовник. С ним вам будет более комфортно. И учтите, что ванна внутри достаточно небольшая. Она не подойдет для людей с большим ростом и весом. Напольная отдельно стоящая раковина «Каньон» и раковина приставная из той же серии. Дизайнер Лука Папини.
Смотрите, какой эргономичный объект с минималистичным дизайном, способный с утонченной легкостью поддерживать различные тенденции конфигурации ванной комнаты. Ванна Марго. Уникальный корпус с четырьмя ножками, которые являются отличительными элементами современного образа неоклассических ванн. Марго – легкий эргономичный элемент, привлекающий внимание со всех сторон. Форма этой модели дает возможность дизайнеру сочетать эффект мозаики Luxolite Lapillus с оттенками Luxolite. Это позволяет получить бесконечные комплектации этой модели с большим выразительным потенциалом. Очень интересная модель, которой реально удобно. Коллекция Мета. Дизайнер Карим Рашид. Раковина для установки на столешницу имеет монолитный вид, характеризующийся особой игрой округлых поверхностей. Конструкция кромки позволяет размещать элементы управления смесителя непосредственно на мойке, если они предусмотрены. Монолитный внешний вид превращает в диалог между светом и объемом, который становится еще более увлекательным за счет отделки Luxolite и Luxolite Lapillus. А отдельно стоящая ванна представлена точно в таком же дизайне, что и раковина. На удивление, она оказалась очень удобной. Вся коллекция изготавливается в матовом или глянцевом варианте. О! Но она, кстати, реально удобная. Здесь такое яйцо, такое плавное сделано. Ванна эстетически красивая и реально удобная. Мне нравится. А, прям хочется водички сюда сразу. И пробежать. Хороший. Мне нравится, да. Карим Рашид молодец. Ну, он и так это знает, конечно, но я так на всякий случай проверила. А вдруг? Вот такая интересная раковина от студии B&B Progetti. Простые геометрические формы, легкость, умеренность, тонкие края придают этой раковине особую элегантность. Вы можете разместить смеситель как на самой раковине, так и сделать его из стены. Отдельно стоящая ванна Arizona. Неподвластные времени формы, способные сочетать прошлое и настоящее. Удобная и извилистая. Синтез эстетики и благополучия. Эти особенности делают ванну идеально подходящей для любого стиля ванной комнаты. Коллекция Ули. Дизайнер Сальваторе Мартарана. Ну что ж, действительно необычно. За счет открытой конструкции в интерьере остается больше воздуха. Цветовая гамма возможна и в других исполнениях. А вот смеситель здесь предполагается только из стены, что, впрочем, и отлично, потому что это гораздо удобнее, на мой взгляд. Студия REM придумали вот такие интересные и необычные раковины. Ванна Риверс. Интересный экземпляр с удобным столиком, на который можно поставить бокал вина, положить книгу или моющие средства. У ванны очень правильные геометрические формы и изящный широкий округлый борт. В ванне мне в это было очень комфортно. Необычная коллекция «Бутон». Свободно стоящая ванна диаметром 150 см. Имеет мягкие и извилистые линии. Бортики как будто плавно перетекают в глубину чаши. И такой же дизайн у умывальников. Донный клапан сделан в виде пуговицы. У
У фабрики «Релакс» в ассортименте есть несколько бассейнов со своей гидромассажной запатентованной системой, а также с новой технологией Natural Beauty, которая насыщает кислородом воду. Ну и, конечно, я не удержалась и решила попробовать. И здесь действительно кайф. Не грязные пятки, нет? Смотрите, ребят, как написано на... Ого! Very nice. Вы в Дубае? Hello, Dubai. Dubai. Ого! Very nice to meet you. Ого, ребята, в Дубае подписано на меня, представляете? Блин, классно! Very nice.